Всем добрый день. Слышу в зале возгласы наконец-то. На самом деле, да, коллеги, мы рады представить Новый год, буквально 2016-й, и самый ожидаемый проект, который мы делали и реализовывали с 1С Bittrex, с нашими партнерами. Мы запустили интеграцию, и галочка, которую вы видите на экране, наверное, для меня самая долгожданная на интервалах целого года, который мы делали. Я расскажу сегодня коротко о том, что значит интеграция с eBay, какие она возможности дает клиентам и партнерам, и как с ней работать. На самом деле, если мы говорим про интеграцию, то она сделала возможным для всех онлайн-магазинов, которые используют 1С Bittrex, торговать в России на eBay. Что такое eBay в России? Коротко вы можете увидеть здесь. Это свыше 7 миллионов потенциальных клиентов. Была продолжительная дискуссия по тарифу. Так вот, у нас тариф 0%. Мы не берем комиссию с продаж от клиентов сейчас. Мы до сих пор, по сути говоря, предоставляем им возможность развивать и строить бизнес, учиться торговать. Это, безусловно, вся территория страны, это вся клиентская аудитория, это клиенты с доходом средним и выше среднего, это все категории. По сути говоря, мы предоставляем новый канал для продаж, для развития продаж, и мы рады, что можем это сейчас сказать с уверенностью. Второе, безусловно, то, что клиенту даст интеграция с eBay, это возможность сейчас бесплатно научиться работать на площадке. В будущем мы в работе сейчас проект по экспорту, мы предоставим через какое-то время российским магазинам возможность торговать на весь мир, используя простое решение. В мире eBay, конечно, это один из самых больших шопинг-мол, это сотни миллионов клиентов, это наиболее интересная аудитория. Здесь вы видите кейсы и примеры уже успешных компаний, которые торгуют. Могу сразу сказать, что eBay подходит. У нас есть отдельная серия обучающих семинаров и вебинаров, где мы рассказываем о том, как стать успешным на eBay. eBay подходит для всех магазинов. Это могут быть крупные магазины, это могут быть средние и маленькие. Самое главное, чтобы они умели торговать, чтобы они стремились, развивали свой сервис и рейтинг. Здесь вы можете увидеть 003, магазин, который, безусловно, знаете, это один из продавцов электроники. Также магазины, которые можете не знать. С приятным удивлением, один из лидеров недавно подключившихся магазинов, info39.ru, быстро растущих скорее, да? Очень интересно, потому что компания из Калининграда. Калининград, видимо, славится хорошими компаниями. Соответственно, данные магазины, и не данные, а такие и другие магазины успешны во всех категориях. Это примеры. Мы, конечно, никогда не рассказываем клиентские данные. Все, что вы можете увидеть про клиентский сервис, открыто, прозрачно. Цель – это 100% рейтинг, чтобы клиент работал, торговал. Но успешный кейс может быть в любой категории, от традиционных электроника или мода до там, электронные продукты, детская одежда и так далее. Да? Соответственно, вся команда eBay российского офиса работает на российских продавцов. Есть маркетинговые программы, которые мы им оказываем. В частности, мы добавляем их в баннеры, в рассылки, в продвижение по нашим партнерам, по социальной сети. Соответственно, это все, что получает магазин, клиент, подключившись к eBay. Я думаю, что часть, которая на самом деле говорит, зачем магазину это сделать, да, и что такое интеграция, она просто, я на этом бы завершил. У нас есть детально про каждый блок отдельно на вебинарах, я расскажу, где это посмотреть. Сейчас хотел бы остановиться на том, как это сделать. Многие из вас, наверное, знают и узнают административную панель кабинета. Соответственно, сейчас появилась на версиях 15.5 и выше в магазине, в настройках магазина торговой платформы eBay. Вы увидите мастер на экране, который просто по шагам в левой стороне приведены, поэтапно проведет через весь процесс регистрации и настройки аккаунта. Он проходится при наличии корпоративного PayPal за 2-3 часа. Это достаточно просто и удобно. Если у компании уже есть корпоративный PayPal, если нет, ей нужно зарегистрировать, получить документы. То есть это часть, которая лежит на клиенте. После этого сам процесс настройки, в принципе, можно сделать достаточно быстро.
Если у вас или у партнеров, то есть у онлайн-магазинов, возникают вопросы, для них всегда есть российский центр продаж eBay. Вы можете туда зайти, там есть инструкции подробные, которые рассказывают о том, как работает eBay, как зарегистрироваться, для того, чтобы можно было легче гораздо ориентироваться и подключать магазины. Отдельно о том, чем вы можете помочь, работая с онлайн-магазинами. Да, успешность торговли на eBay зависит от того, насколько качественно сделаны некоторые ключевые метрики. Это, безусловно, описание, насколько полно передано, это насколько точно отражены категории, насколько они соотнесены с категориями eBay. У eBay есть свое дерево категорий, то есть когда магазин подключается к eBay, есть задача техническая, нужно сопоставить эти два дерева и сделать это максимально точно. Мы всегда говорим, как для наших клиентов, для онлайн-магазинов, то, что неправильное сопоставление дерева приведет к плохим результатам в поисковой выдаче, да, когда ищут товар, соответственно, оно будет магазину мешать продавать успешно и быстро. Соответственно, картинки, наверное, тут не стоит даже обсуждать. По нашей статистике, каждая следующая картинка добавляет плюс там, 3% конверсии в среднем. Если есть возможность передавать больше картинок на eBay, отлично, замечательно, все должны использоваться. Заголовок и так далее. Я не буду детально останавливаться. Это на самом деле один слайд верхнего уровня. Мы более подробно разбираем это точно так же на вебинарах и на наших лекциях. Самое важное, что наиболее полно и наиболее точно передавать данные там, клиентского каталога, клиентских товаров на eBay. Собственно говоря, наверное, все. Основное здесь это возможность сейчас подключиться к eBay, начать торговать бесплатно. Для магазинов мы ее уже разобрали. Да? Это на самом деле новый рынок, новый канал, который просто дополнительно будет создавать им продажи, они смогут увидеть рост. Для партнеров, для там, большинства, наверное, здесь сидящих в зале, да, это, безусловно, возможность в первую очередь проявить заботу о клиенте, да, поздороваться, это конструктивная точка контакта, пообщаться с ним. Безусловно, можно там быстро подключить, то есть это получить быстрый результат, который приведет к росту бизнеса партнера, и в конечном счете вы здесь выступаете в роли там, скорее бизнес-партнера. Да. Это возможно распараллелить задачи, там есть часть, которая на онлайн-магазине, регистрация именно там, которую я выше упомянул, PayPal и eBay аккаунта, да. Но при этом можно подготовить уже каталог для того, чтобы он был готов к выгрузке. Как я раньше говорил, это доступно уже с версией 15.5 и выше, да, то есть, соответственно, у клиента должно стоять обновление. Наверное, все. Если у вас есть вопросы, следите за нашими обновлениями. Мы будем делать программу там, вебинаров, семинаров обучающих дополнительно. Они появятся на сайте eBay, в университете eBay. И также, я думаю, анонсы будут на один из Bittrex сайте, безусловно. Да? Соответственно, туда можно будет в любой момент мы готовы ответить. Служба поддержки на сайте eBay, либо технической поддержки на сайте 1С Bittrex. Присылайте, будем подключать, работать. Все. Так, есть ли вопросы? Давайте вопросы по интеграции с eBay. Ну что ж, ни у кого нет вопросов. Ну спроси про PayPal. Не-не, у меня есть телефон. Ой, микрофон. Если нет корпоративного PayPal, можно будет физически подключить как физлицо к магазину? Еще раз, если перефразировать. Ну, у меня нету корпоративного PayPal, есть как у физлица зарегистрированный кабинет. Вот его можно будет подключить к магазину? Для России сейчас нет. eBay для России только для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Я думаю, что в этом году, наверное, ближе. Мы тоже работаем над этим вопросом, да, то есть как, через какое-то время, наверное, откроем для физических лиц. Ну а сейчас это, безусловно, аудитория, это бизнесы в первую очередь, владельцы магазинов онлайн, да? Так это же предпринимательская деятельность. Как это вы для физических лиц откроете? Нет, так поэтому там вопрос шире гораздо, да, поэтому мы работаем сейчас как раз только для ИП и юридических лиц.